Сёння радыёстанцыя Гомель-ФМ адзначае сваё 17-годдзе. Увесь дзень слухачоў чакаюць разнастайныя эфірныя акцыі і падарункі. Гомель-ФМ – знакавая станцыя для вобласці. Яна была першым мясцовым радыё, што адкрылася ў нашым рэгіёне. У жніўні 2001 года загучалі пазыўныя «Экспрэс». У 2008 распачалася найноўшая гісторыя станцыі пад гандлёвай маркай Гомель-ФМ. Сёння гэта сучаснае радыё для дарослых і актыўных людзей. Аб тым, какие сюрпризы с нагоды свята подрихтовали для слухачоў, расскажет Вероника Ворошилина. Доброе утро! Доброе. Гэтая святочная раніца для работников и слухачоў радиостанции Гомель-ФМ пачалася по-особливому бадзёра и весело. У студы разгарнулся пижамный день нараджэння с цікавымі гостями, конкурсами и подарунками. Гомель-ФМ сегодня исполнилось 17 лет. Мы вместе отмечаем этот праздник 17 августа. В пятницу, мне кажется, хороший день вообще в целом. Отличный чтобы завершить день. Неделю, чтобы сделать зарядку, чтобы проснуться. Каб абудзіць ад сну своих слухачоў, любимые диджеи радиостанции Гомель-ФМ разом с вядучымі телеканала «Беларусь-4» прамоў студы организовали ранішнюю зарадку. Нескладаные физичные практикования дозволили не только добра размяться перед початком працоўнага пятничного дня, але и атрымать порцию позитивного настроя. Вот знаете, как будто по раскаленной сковородке масло размазываешь, вот так вот. Точно так вот одной ножкой, потом то же самое движение можно сделать второй. Итак, все отлично у вас получается. Теперь нужно размять вот все наши вот среднюю часть туловища. Представьте, что вот вы танцуете какой-то романтичный танец. Опять-таки напомню, что все упражнения должны выполняться плавно, без лишних рывков. Дарэчы, святочная раніца пачалася вельмі нестандартна, аднак пазітыўна і для саміх диджеяў радыёстанцыі Гомель-ФМ. У студию они добирались, я кажуть, у хатнім прямо в пижамах. Невероятно удобно было ехать в пижамах. Я думаю, что мне завидовали все девочки в транспорте. А здесь еще и зарядку сделали и получили море позитива от Саши Лупиненко. Ну, просто ему большое спасибо, он бог зарядки сегодня. Акрамя бадзёрай ранішняй зарадкі, слухачам святочнага эфіру прапанавалі конкурс па хуткасным паяданні бургераў і модны піжамны паказ. Усё гэта можна было не толькі пачуць па радыё, але і ўбачыць падчас прамой трансляцыі ў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Таксама ўсе жадаючы змаглі прыняць удзел у конкурсе на лепшае піжамнае селфі. Раз, два, три, гоу! Гомель-ФМ сёння вядучая радыёстанцыя горада і вобласці. Яна аб'ядноўвае вакол сябе дарослых, актыўных і пазітыўных людзей. На яе хвалях гучаць лепшыя замежныя, расійскія і айчынныя кампазіцыі, як сучасныя хіты, так і тое, што па-сапраўднаму дорага сэрцу. Гомель-ФМ – гэта згуртаваная каманда маладых, інтэлектуальных, ініцыятыўных і безмерна творчых работнікаў, якія змаглі заваяваць давер публікі сваімі штодзённымі крэатыўнымі эфірамі і праграмамі. А таму і чарговы дзень нараджэння тут сустракаюць арыгінальна весело и с размахом. По доброй традиции обовязково разом со слухачами, выходячи за рамки студии и звыклого будённого радиоэфиру. У нас сегодня настоящее пижамное утро. У всех обычно пижамные вечеринки, а мы решили вот таким образом отметить день рождения радиостанции 17-летия любимого Гомель-ФМ. В студии у нас весело, сегодня чудесная трансляция, необычная, у нас такого еще никогда не было. А после обеда мы переместимся на пляж и будем там тоже развлекаться, отдыхать. На пляже у нас будет много музыки, конкурсы, развлечения, холли-фест, вот эти вот краски цветные, красивые, которые мы будем разбрасывать. В общем, веселиться будем по полной программе, потому что день рождения – это веселый праздник, мне кажется. Правда, Кирилл? Да! Вот! Вероника Ворошилина, Андрей Иванов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».